Сегодня появился новый повод поговорить о Даниле Ткаченко, о московском фотографе, том самом, который, как утверждается, ради эффектных кадров для западных выставок сжег некое российское село. Проверку в его отношении начала полиция Вологодской области, потому что выяснилось, спалить в творческом порыве Ткаченко мог деревню Березово. Вот она, на карте. Уже давно, более 15 лет, заброшена. Нет ни электричества, ни нормальных дорог, ни вообще связи с внешним миром. Но, тем не менее, такая пиромания наказуема, поскольку речь идет о порче имущества. Есть статья. Есть и улики. Во-первых, дата 15 сентября прошлого года. Тот день, когда в деревне горели 5 домов. Во-вторых, канистра, цитата, с запахом легко воспламеняющейся жидкости. Ее нашли на месте поджога еще в 2016-м. И тогда же открыли уголовное дело. Впрочем, спустя время приостановили. Не смогли ничему прийти. И вот теперь появился повод вернуться к расследованию. Чем оно может закончиться, узнаем у Анастасии Ефимовой. Анастасия, добрый вечер. Здравствуйте. Если Березова поджигал действительно Ткаченко, какое наказание грозит? Ну, формально это до 5 лет тюрьмы, но это, конечно, в самом строгом случае. Мы были похожи на бандитов. 2 бородатых чувака на черном джипе с тонированными стеклами. Приезжаем, поджигаем, уезжаем. Так это звучит в пересказе самого Даниила Ткаченко. А вот так это выглядит. 2 мужчин в старом заброшенном доме, где они сначала проведут несколько дней, а потом, возможно, просто сожгут. Я думаю, что не случайно это выбрано, потому что сначала человека тянуло к прошлому, там он сидел в избах, разбирался с фотографиями, значит, бывших владельцев, хозяев, то есть что-то у него там происходило в душе, и цикла своего, так сказать, не получило, и он решил его оборвать вот таким вот образом, то есть сжечь. Вообще-то подобных снимков было на целый альбом. 97 кадров, по которым можно было детально проследить, какие именно северные деревни посетил акционист Даниил Ткаченко и какие из них впоследствии, возможно, сжег. Альбом был выложен в открытый доступ тем самым товарищам, с которым художник, судя по всему, и путешествовал по русскому северу фотографом Александром Барошиным. Когда мы это опубликовали и попросили эту информацию проверить, включая, да, информацию о поджогах в Кучепалде, попросили проверить правоохранительные органы, Барошин оперативно запаролил свой альбом, который располагался в интернете, который я только что сказал. А некоторые фотографии у него были загружены просто в Facebook. Он там поменял дату их загрузки. Теперь познавать сожженные деревни специалистам приходится по мельчайшим деталям. Торчащая из-под обрушившейся кровли балка, растущие деревья, расположение домов. Именно так и удалось определить один из пострадавших адресов, та самая вологодская деревня Березово. В настоящее время по данному факту проводится проверка, изучается информация, размещенная в сети интернет. Также сравнивается она с материалами проверки, которая проводилась по факту возгорания деревянных нежилых домов в деревне Березово. Еще один потенциальный пострадавший – деревня Кучепалда. Это уже Архангельская область. Поначалу местный участковый вроде бы заявил, что пожара там не было. Но жители окрестных сел прислали снимки. От одного из домов только печная труба осталась, а деревянные избы больше нет. Во-первых, умышленное уничтожение и повреждение имущества с применением поджога квалифицируется как более сложное преступление и совершенное общественно опасным способом. Плюс Ткаченко сам не мог установить, принадлежат эти дома кому-то или не принадлежат. Для этого существуют специальные органы, которые выдают сведения о правах собственности на эти строения. Во-вторых, я бы проверил еще состав преступления хулиганства. Кстати, одна из работ Даниила Ткаченко сейчас на выставке в Красноярске. На официальном сайте Биеннале о проекте «Родина» сказано, съемки проводились на территориях, удаленных от населенных пунктов. Остатки декораций были демонтированы. О том, что кадры сделаны непосредственно в деревнях, а декорациями служили дома, хоть и заброшенные, уже ни слова. Просто нужно понимать, что действительно, если мы не признаем за современным искусством никаких рамок, значит, для этого искусства, так же, как и для любого физического или юридического лица, существуют правовые рамки, да, правовые, этические, моральные. То есть их-то никто не отменял. Поэтому если искусство выходит за рамки, то, тем не менее, они остаются. И здесь как раз они были грубо нарушены. «Я чувствую себя ущербным автором». Это снова из интервью художника. «Не исключено, что мне придется эмигрировать на время. Возможно, будет какой-то взрыв». И если цель была именно такой, то акцию «Родина» для Даниила Ткаченко можно считать
удавшейся. Анастасия Ефимова о творческой пиромании.